Всем привет! С вами классная Настя и безумный Макс. Последний месяц лета уже на носу, хотя его подпортили ливни. Если вы просидели весь сезон в уютном офисе, самое время наверстать упущенное и сходить на все культурные события, которые проходят в Краснодаре на этой неделе. Тем более, что выбрать есть из чего. С 1 августа во всех кинотеатрах страны выходит самый ожидаемый боевик лета – «Форсаж», «Хоббс и Шоу». Это первый спин-офф знаменитой франшизы про семью и крутые тачки. В нем нам расскажут историю непростой дружбы между героями главного философа России Джейсона Стейтема и диснеевского полубога Дуэйна Джонсона. Много драк, погонь и традиционных нарушений законов физики. Советуем брать билеты. Тебе, кстати, кто из них больше нравится? Мне нравится серебристый Макларен из трейлера. 30 июля в 19:00 на сцене Арена Холл зажжет украинская группа с дерзким названием «Пошлая Молли». Это одна из самых ярких представителей синти-панка на Украине. Ребята удачно совмещают поп-панк с электронной музыкой. На концерте будут представлены в том числе треки из их последнего альбома «Очень страшная Молли. Часть 3». Билеты от 1500 рублей. Кстати, какая многогранная эта Молли, и пошлая, и страшная. 31 июля в 19:00 в Театре драмы имени Горького пройдет концерт по знаменитой советской рок-опере «Юнона и Авось». Сюжет основан на реальных событиях и посвящен путешествию русского чиновника в Калифорнию в 19 веке и его встрече с юной дочерью испанского коменданта Сан-Франциско. В общем, история о большой любви. Билеты от 2 до 4 тысяч рублей. Слишком много панка и рока, давай что-то покультурнее. Запросто. 1 августа в 16:00 под Краснодаром в станице Выселки состоится фестиваль «Краса Холли». Да, это там, где люди за несколько секунд становятся разноцветными и потом в таком виде бегут фоткаться на аватарке. Мероприятие абсолютно бесплатное, но на месте придется поспрашивать, где же оно будет. Организаторы не пишут точного адреса. Кстати, разукрасить свою жизнь можно и по-другому. Например, смешными шутками. 4 августа в 20:00 в Sgt. Pepper's Bar соберутся лучшие юмористы вечера. Участники Comedy Battle и открытого микрофона устроят для гостей стендап-шоу. Вход всего 400 рублей. Интересно, Макс, будут шутки про потоп в Краснодаре? Про потопы лучше не стоит шутить. Такой низкий юмор может запросто утонуть в ливневке. А я знаю, где можно спастись от очередного дождя. В галерее, но не в той, о которой все подумали. В музее имени Коваленко до 26 августа открыта выставка «Я люблю тебя, жизнь». На ней представлено искусство середины 20 века. Большинство картин экспонируется впервые и показывают в основном пейзажи нашей матушки России. Стоимость билета всего от 30 до 150 рублей. А куда вы пойдете? Пишите в комментариях.